Александр Григорьевич Гулягин 36 лет своей жизни отдал Ульяновскому автомобильному заводу. Первые годы своей жизни он провел в блокадном Ленинграде. В 1942-м потерял родителей, попал в детдом, откуда его еще несколько ребят увезли в Корсун. Годом спустя мальчика усыновили. 7 классов в школе, учеба в радиотехническом, а ныне автомеханическом техникуме, незаконченная высшая в Ленинграде, смерть приемного отца, сменились службы в армии, заочным образованием и трудоустройством на УАЗ. На заводе Александр Григорьевич встретил свою любовь, с которой вместе живет вот уже 56 лет. Работал сначала наладчиком, потом технологом. В 1968 году закончил институт и решил поехать на стройку Волжского автомобильного завода в Тольятти. Да, 3 года я там проработал, строил завод, принимал первые штампованные детали. Мне посчастливилось поехать на стажировку и на учебу в Италию на Фиат. Сегодня ветеран войны часто приходит на родной завод, заходит в любимую библиотеку, рассказывает о годах на предприятии и делится личными историями с молодым поколением. Когда я встречаюсь с ребятами, не с девчатами, а с ребятами, я всем ребятам советую обязательно послужить в армии. Обязательно. Я сам с охоткой, с удовольствием пошел служить, хотя и был перед армией уже в очках. А тогда я с удовольствием шел, 3 года служил и не сожалею об этом. Встреча с ветераном Ульяновского автомобильного завода состоялась накануне. Для учащихся 52-й школы на УАЗе провели урок мужества. Ребят познакомили с экспонатами музея предприятия, от самых современных до первых образцов автомобилей. Центральной фигурой стал грузовик ЗИС-5В. Трехтонку выпускали на заводе с 1942 по 1943 года. За это время с конвейера предприятия сошло больше 7 тысяч таких экземпляров. Музейный экспонат восстановили к 45-летию УАЗа в 1986 году. Сейчас автомобиль – главное украшение парадов на 9 мая. Это уникальная будет встреча. Это диалог поколений, в первую очередь. Здесь собрались и наши ветераны Ульяновского автомобильного завода, дети войны, и, конечно, младшее поколение. Это представители нашего совета молодежи и школьники, учащиеся 52-й школы. На встрече ребятам показали фотографии военных лет. Школьники могли ознакомиться с полевыми письмами и опробовать возможности полевой связи. Но больше всего дети проявляли интерес, общаясь с ветеранами. В наше время дети не осознают, насколько было тогда тяжелое время. И я думаю, то, что надо пораньше, побольше встречаться с ветеранами, чтобы узнать, какое было тогда время, что происходило. И насколько страшна была Великая Отечественная война. Экскурсии ветераны для школьников на УАЗе проходят каждый месяц. Только за прошедший год предприятие посетили больше 5000 мальчишек и девчонок. Все для фронта, все для победы. Ура! 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 Рената Люлова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.